обойти охрану и... Бум-бум-бум. Всем привет, ребят! Наконец-то новый влог, прошло там пару дней, и мы продолжаем снимать дальше сегодня с Ильюхой. Вася, иди сюда! Сейчас будет камбэк. Посмотрите на этого красавца! Красавец! 15 лет водит машину. Придется даже Инстаграм ставить, наверное. Ставить надо. Придется сделать, вставить. Короче, мы сейчас настали, раскатываемся, я правильно понимаю, и гоним куда-нибудь. Да, поедем в стрит на перила и классные споты. Все, нет времени объяснять, просто погнали. Все, да, просто поехали. Всем привет, друзья, это мой новый видос. Ну, вы уже догадались, 100%. Решил вас немного оторвать от просмотра для того, чтобы показать самый оригинальный комментарий. У каждого из вас есть возможность попасть в мое новое видео, нужно просто оставить какой-нибудь интересный комментарий. Возможно, он будет с какой-то шуткой или еще чем-нибудь, что-нибудь, что прям бросается в глаза, может смешное, может еще чего-нибудь. Короче, дерзайте, пишите, возможно, именно ты попадешь в следующее видео. Ну а теперь приятного просмотра. Короче, в прошлом выпуске хотели с этого гаража дропнуть, но тут что-то работали мужики, поэтому... Да не, нормально сейчас. Сейчас нормально. Вот здесь мужики были. Значит, Тима стартует. Я самокат подам, не волнуйся. Да, спасибо. Да не шуми ты. Пиздос. Давай с ножки, просто с ножки. Как Ваня Пиперайзер. Да нет, сделай. Сейчас он будет. Я сейчас прыгну еще. Давай, Тима, все, давай, съезжай. Там стоит мужик, и вот мы уже тут тупим очень долго. Тупо. Классная картина, просто черт. Я сейчас прыгну, сделаю. Отдаю, слушай. Я не сломаю. Да, я полетел, как дурачок. Бля, я этого, реально я из-за этого боялся. I was on a list, I grew up a misfit. All black lipstick, white face paint, tongue out like a kiss disc. My partner gave me 6 bricks and he told me flip this. Money bags with a mask on like Ipkiss. If he wanna run, I hit the blitz with the hit stick. The biscuit'll turn a grown man to a pancake biscuit. You get to act like a hot... Короче, нас весь день откуда-то гоняют. Постоянно кто-то докапывается. Это уже вот здесь сидит. На этой периле, скорее всего, тоже сейчас прогонят. Ну, если нет, то пацаны, я надеюсь, успеют сделать свои там желанные трюки. Мы
должны просто поехать дальше. До этого были на Киеве, там ни хрена не получались трюки, ни у меня, ни у Ильи, типа то, что вы видели, мы делали достаточно долго. Нас там просто очень сильно все бесило. Поэтому стали менять споты, буквально проехались по парочке, ну, такое особо ловить нечего. Ищем дальше. Давай. Ну все, концерт окончен. Сейчас поедем, одну секундочку и уезжаем. Надеюсь дать тебе еще одну попытку. Давай еще. Все, все, мы уезжаем. Закат, давай, 5. Бум-бум-бум. Как обойти охрану? Скоро Илья вам обещал, кто снимет, как обойти охрану и сделать какой-нибудь трюк. Потому что это уже второй раз за сегодня, или третий даже. Покажи. Да, вот так, чуваки. Видос получился довольно короткий, и вы, скорее всего, скажете: мол, Андрей, что за фигня, мы от тебя такого не ожидали. Да, он получился именно такой, и сейчас объясню почему. У нас выдался какой-то очень нефартовый день, именно потому что нас отовсюду гоняли. Гоняли постоянно, и мы крузерили просто по городу, искали новые споты, нас прогоняли, мы уезжали дальше, и так, по сути, весь день. Если бы это видео было снято где-нибудь месяца 3 назад, то я бы сказал, я, наверное, хочу еще пару дней поснимать, доснять его, чтобы оно было минут на 20. То сейчас я уже так не думаю и считаю, что если вот день не задался, то как получилось, оно так и должно оставаться. В этом видосе по-прежнему есть трюки, в этом видосе есть чего угарнуть, просто оно получилось покороче, чем обычно, и все. Кто любит прям длинные видосы, сорян, ну, а кто любит поменьше разговоров и побольше трюков, welcome. Сегодняшнее видео было для вас. Пишите в комментарии, бывают ли у вас такие дни, когда вас тупо со всех спотов гоняют. Как видите, у нас такое иногда случается. Ну и, соответственно, не было настроения даже что-то там уже долго рассказывать, объяснять и так далее. Говорить просто было не о чем. Ну а на этом все. Если вам все-таки понравился этот видос, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. А также можете подписаться на мой инстаграм. Там уже более 40 тысяч подписчиков, и я надеюсь, это не предел, и мы быстро придем к планочке. 45 тысяч, 50. За это вам респект, спасибо, кто подписывается ежедневно, вы красавчики. Продолжайте в том же духе, а я продолжу мутить видео. В общем, дальше больше, дальше интересней, дальше круче. Все, пока и полетели. До новых видосов.